Значит, стихи Лёва Болдова, Льва Болдова. Едет Блок на острова. Ну, вы знаете, что Блок тоже ушел в 40, да? Костя, 40, ну, молодой. Да, в 40. И очень непростая у него была судьба, так сказать, ну, личная жизнь. Он был женат на Менделеевой, внучке Менделеевой. Все было непросто. И вот у Льва Болдова есть серия стихов, где он изучает биографии великих людей, и потом отзывается на них своим прочтением, ну, своими философскими стихами, где вкратце что-то он со своей точки зрения как бы вот переосмысливает и говорит об этом. У него много и о Грине, и о Гумилёве, многих. Едет Блок на острова. Натянулась тетива, ржавый ветер дует с остра, едет Блок на острова, где все призрачно и остро, сумасшедшие слова, торопливые объятия, аромат волос и платья, глаз запавших синева, грозно плещется Нева, черный снег в ложбинах тает, едет Блок на острова. Воздух режущий белым облаком
остров, его остров. Вон взгляни на небосвод, где от Рину пряный остров белым облаком плывет. Его остров, его остров. Спасибо, Игорь. Дорогие друзья, в этом году 18